Всем привет, вы смотрите канал Game Brick, и сегодня у нас обзор, очередной обзор оружия от компании Brick Arms. Пак номер 2 в темно-зеленом, военно-зеленом цвете. Данный набор предоставлен для обзорчика фирмы Nevabrick.ru, вы там можете приобрести этот и многие другие наборы от компании Brick Arms, от Brick Money, от Kobe и много-много разных других фирм, включая, ну, естественно, Lego. Итак, открываем наборчик, обзор будет небольшой, поскольку здесь всего 6 винтовок и ящик. Ящик зеленого цвета. Все зеленого цвета. Не очень обычно, но весьма забавно. Поможет нам сделать обзор вот этот человечек. Других у меня сейчас нет под рукой. Итак, начнем с винтовки М4. Ну, таким образом она выглядит. Действительно, весьма необычно зеленый цвет, но не сказать, что это как-то плохо смотрится. Забавно смотрится. Следующая винтовка пусть будет снайперская М110. М110. Снайперская винтовка. Следующая пусть будет, что это у нас тут, М16 с гранатометом подствольным. Вот такой вот гранатомет. Следующая винтовка, давайте пусть тоже будет М16, но уже с дробовиком подствольным. И остался обычный М16 у нас. Прям тут три винтовки М16. Походу вообще все американское. И еще одна винтовка. FN SCAR H. Тоже в таком оливковом цвете. Кроме этих 6 винтовок, в наборе есть в паке. В паке есть вот такой вот ящичек. Сейчас мы попробуем это все туда убрать. Ящичек Brick Arms, по-моему, даже. Вон БА есть надпись внутри. И попробуем сейчас туда сложить весь наш арсенал. По-моему, все не влезет. Так. Ну, к сожалению, все не влезает. Но без одной винтовки все влезло. А вот такой вот наборчик небольшой. Еще раз спасибо магазину Nevabrick.ru за то, что предоставили нам, нашему каналу, нашему музею, для обзора вот этот вот занимательный пак с оружием. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всем пока.